Görüşürüz. Ver bilet. Daha da nem var dışarıda sıcak ya. Böyle şöyle. Мне кажется, это не сюда, Миша. Сюда разве? Не-а. Давай потом, ладно? Потом. Смотри. Уже показывала, покажу еще раз. Очень рекомендую магнитики на холодильник, любые абсолютно. Сначала он их игнорировал, ну еще маленький, наверное, был. А вот сейчас он залипает, ходит мне их показывает, издает всякие звуки здесь, и фрукты, и овощи, животные. Они такого себе, знаете, качества. Вот видите, они уже тут, странное дело, я заказывала, они тут уже все вот ободрались, но потому что он очень много в них играет, я склеивать пыталась. Вот у жирафа уже голову оторвал. Кстати, где голова? Вот голова. А пока готовлю, Миша прибегает и играет вместе со мной. Уже хвостик маленький. Вот спать не хочет. Спать не хочет. Ну, что делать? Я думала, позависаю немножечко, отдохну. Не вышло. Будем играть до вечера. Кстати, смотрите, что холодильник у нас, ну, он относительно новый, но вот здесь почему-то на морозилке стали появляться вот такие, я не знаю, что это, ржавчина или просто оторвался кусок краски, кусочки краски оторвались. В общем, не знаю, наверное, из-за влажности. Вот, ну, что делать? Я думаю, покрасить, может быть, холодильник, потому что мне сначала показалось, что это грязь, я мыла-мыла, потом смотрю, это на самом деле... облупилась краска. Вот, ржавчина, кстати, очень большая проблема Турции. Ржавеет все моментально из-за влажности. Ну, у нашего климата не все Турции, Турция разная. Но вот в нашей области очень большая проблема влажности. Вот. Ну, не менять же холодильника вот из-за этих вот крапинок. Сделала себе обед, но вы не думайте, что я на ЗОЖ. Это далеко не так. Просто такое состояние, ты хочешь есть. Есть хочешь часто, есть хочешь много, но ты ничего не хочешь. Меня это состояние очень выматывает, оно меня выматывало в первую беременность, и оно меня выматывает сейчас. А я не нашлась больше, что приготовить себе, как сделала салат, оливки. Этим, естественно, я не наемся, через полчаса захочется опять есть. Я... сварила еще яйцо и делаю себе, ну, просто решила поджарить хлеб. Просто зерновой хлеб и все. Что есть вечером, понятия не имею. Вот, буду думать. Сейчас поем сама, потом покормлю ребенка.
Я обычно сначала ем сама, потом кормлю ребенка. Как говорят, наденьте кислородную маску сначала на себя, потом на ребенка. Потому что если я слишком долго буду голодать, то у меня может начаться падение сахара и головокружение. Вот. Поэтому я предпочитаю поесть сама сначала. Мишка вообще бесстрашный. Сразу побежал в море. Если его отпустить, он, наверное, так и будет нырять. Мы ему купили на рукавнички. Надо их сейчас будет надуть. Сидят. Вода просто как парное молоко. Просто как парное молоко. Купили по дороге на рукавнички. Какие-то самые простые. Не стали покупать ни лодку, ничего, потому что не были уверены, что Миша вообще захочет в воду входить. Сейчас буду надувать. Крем у нас для всей семьи Мустелла. Хороший, мне очень понравился. Он такой жидкий и не ложится, знаете, как замазка. Без запаха. Вот я использовала для ребенка. Мы приезжаем на пляж поздно, после 3 обычно. Никогда не лежим. Раньше приезжали, когда вдвоем с мужем жили еще. На весь день это испытание. На самом деле очень жарко становится, хочется уйти куда-то. Мы приезжаем после 3 и купаемся пару часиков и уезжаем просто, и все. И еле надели на него эти рукавники. Они еще так тяжело надеваются, они ему не понравились. Он стал плакать, кричать. Лезет в воду просто как, я не знаю, как будто всю жизнь в воде жил. Человек-амфибия. У меня ребенок очень любит пазлы, заказала на Трендйол. Хорошие пазлы, мне нравятся. Но они из дерева. Дерево, фанерка, не знаю. Кстати, пахнут очень вкусно. У кого были уроки выжигания? Кто такой же мамонт, как я? У нас были уроки выжигания, и вот пахнет, как будто только что поработали с дощечкой. Здесь цифры, профессии, животные. И фигуры. Вот он их разбирает, собирает, очень любит. Любит со мной делать, и один любит. Очень ему нравятся эти фигурки. Ну, у детей все пристрастия очень временные. Вот поэтому пока пользуемся моментом, пока нравится, пусть играет. Сейчас будет минутка откровения про пляжи. Боже, какой я бегемот. Вот мне пишут, как я замечательно выгляжу. Спасибо большое. Но вот я так на себя смотрю, лицо все-таки расширяется. Лицо, конечно, расширяется. Никуда от этого не деться. Но в эту беременность оно у меня почему-то расширяется гораздо медленнее, чем в ту. В ту беременность я уже в 12 недель набрала 6 килограмм. Это при том, что у меня был токсикоз. И знаете, мне кажется, почему я их набрала? Потому что у меня был недовес. Вот когда у человека недовес, он организм начинает накапливать то, что ему нужно на самом деле. Вот живот у меня большой. Я знаю, что на этом сроке животы могут быть меньше. Но у меня большой живот почему-то. И с Мишей был, и сейчас большой живот. Так вот, про пляжи хотела с вами поговорить. Вы знаете, откровение такое. Вот сколько я здесь живу, я так и не смогла прочувствовать кайф от поездок на пляж. В Адане есть море. Ну как, вот от центра Аданы где-то минут 40 нужно ехать до моря. Хороших пляжей у нас вот по пальцам пересчитать, их нужно поискать. Публичные пляжи, ну, я, честно, не советовала бы ехать на публичные пляжи ни в район Аданы, ни в район Мерсина. Ну, Мерсин нам вообще неудобно, нам далеко. До хорошего пляжа примерно вот часа 2, может быть. В этом вообще нет никакого смысла, смысл теряется. Если много народу, и если, не дай бог, там есть труба, бывает так, что на пляже труба. Кстати, следите за этим внимательно.
сливают что-то, не знаю, рестораны, кафе, отели, например, что-то сливают. И можно подцепить что-то. У нас такое было. Ну что, не что-то, а ротавирус можно подцепить. Поэтому мы как-то вот, ну, не фанаты пляжа. Я люблю море, люблю плавать, люблю освежиться. Все это, ну, кто не любит? Большинство людей любят в жару, кто не любит окунуться. Но вот вокруг всего этого, вокруг этих 2 часов на море, столько действий, которые просто выматывают. С маленьким ребенком, так это еще. Еще веселее. Мы пробовали ездить на целый день. Вот это был район Мерсина. Мы уезжали с утра и возвращались вечером. Очень жарко становится. С утра хорошо, потом, когда солнце в зените, становится очень жарко, и хочется уйти куда-то поспать. Идти, соответственно, некуда. Поэтому поездки на весь день у нас... мы их не рассматриваем. Мы нашли неплохой дикий пляж и ездим вот часа на 2 после 3-4. Но, значит, когда мы были с мужем, это еще было ничего, да, то есть мы там доезжали, покупали какие-то снеки или там шли в ресторан, потому что пока доедешь, уже снова хочешь есть, и либо там проголодаешься, либо на обратном пути хочется есть, либо ты приезжаешь в ночи домой, и тебе нужно готовить есть, либо нужно что-то заказывать есть. Короче, ты приезжаешь весь какой-то полусоленый, полумокрый, у тебя куча, просто куча этих пакетов, сумок с мокрыми полотенцами, купальниками, какими-то обертками, фантиками, бутылками. Эти все сумки надо разобрать, это все надо перестирать, это все надо развесить. Потом нужно всех накормить. И когда вы отдыхаете в отеле, за вас делает это кто-то, и вы этого не замечаете. Это все происходит как вот... на раз. И люди, которые не живут в Турции, они не понимают, ну почему ты не ездишь на море? Почему ты не ездишь? Вот потому что это не отдых. Реально это не отдых. Сейчас тем более Мише очень понравилось море. Только ради него мы туда поехали. Только ради него, потому что он из воды не вылезал. Ну, естественно, я практически не купалась. В классическом понимании окунулась пару раз. Муж сидел в воде вообще с ним. Потому что я с ним справляться не могу, его нужно держать, переворачивать, он куда-то стремится выпрыгнуть. В общем, бесстрашный мальчик. Вот такая вот история, друзья, с пляжами. Поэтому поймите нас, живущих здесь, в этой жаре. Жара у нас просто сумасшедшая. Привыкнуть к этой жаре невозможно. Вот ты добегаешь, там, выбегаешь из машины, добегаешь от точки А до точки Б, там кондиционер, ты снова там выбегаешь, добегаешь, но вот так, чтобы там гулять по улице, может быть, ночью. Но ночью становится влажность больше. То есть днем, например, не такая влажность, потому что солнце все выжигает. А ночью, может быть, температура и падает, но просто баня. Вы знаете, просто баня. Поэтому... я бы советовала вообще уезжать. Самый оптимальный вариант вот для меня. Поскольку город вымирает, все уезжают из города, у кого есть возможность, в деревне, там, к родителям, кто куда. Я бы рекомендовала только уезжать, потому что с жарой ты никак иначе здесь не справишься. Зимой здесь можно существовать, зимой здесь просто прекрасно. Шапку мы надели, сейчас минуточку. Шапку мы надели этой зимой, мне кажется, пару раз вообще. Буквально пару раз. Я помню, что у нас был январь, февраль. А мы с Мишей были на площадке. Я думаю, надо, вечер уже был, надо на него надеть шапку. Вот. Вот так вот, такие вот издержки. Но я так понимаю, что человек никогда не бывает счастлив на 100%. Я когда нахожусь долго, например, в России, я там начинаю уставать, когда особенно наступает эта осень ужасная, слякотная. Зима вообще на меня плохо действует. Вот, вы знаете, скорее всего, вот эта серость и жара, вот эта сумасшедшая жара, они на человека действуют примерно одинаково. То есть вот воздействие примерно одинаковое, такое... немножечко депрессивная. Вот, потому что вот сейчас ты вареная сосиска. Ты реально какая-то вот тормознутая. И при этом кондиционер у нас работает 24 часа в сутки. 24 часа в сутки у нас работает кондиционер.
Иначе просто вот, ну, я даже не писаю, это не роскошь, это не блажь, кондиционер, это просто необходимость. Хотя я смотрю, у многих открыты окна, но в такую жару окна открывать просто опасно. Их вообще лучше не открывать. Можно там проветривать раз в сутки, может быть, вечером или рано утром. Но открывать окна вообще не стоит. Нет. Я выключаю кондиционер, наверное, где-то, ну, часа в два ночи он у меня отключается. И можно поспать там несколько часов без него, потому что от него тоже устаешь. Но окно при этом не открывается. Вот такая вот ситуация, друзья.